Еще и по одной арте. Лишь бы турбобоя не было. У нас СТ-шки есть, которые могут светить? Нету. В принципе, как и у них тоже. Даже ПТ-шек нету. Тех, которые могут светить. Стервы там какой-то, в принципе. Никого нету. А вдруг получится какой-нибудь длительный поединок? Это прям большая редкость в наших-то этих краях, так сказать. Ну, Хэвик, ты от башки-то не, а вот кран, да, мой. Куда ты, кран? Куда ты? Посмотрите, что он творит вообще, этот кран. Кран-ваган. Зачем я перевелся, если там вазик засветился? Кто знает вообще? И там не только вазик, видали? Ну, куда-то там упало. Вроде как туда, куда он ехал. Смотрите, какие здесь эти паренечки образовались. Дал я ему хоть что-то? Дал. Че нет-то? Дал. $250, конечно, это тоже нас не особо радует. А вот кто здесь имеется. Интересный вот этот пассажир. Вот здесь, смотрите, да, артобат на ББшках. Миллиарды просто этих тяжиков. Просто миллиарды. И бортами стоят, и чем угодно. И сотки, он, смотрите, бортами катаются. Вот здесь вообще, да, такой момент. Вот так. Ах! Сотка. 100 урона. Небогато. Конечно, стоит, Маратик. Это ж венец, стоп, конечно, стоит. Ну, сотка у них чуть-чуть безмозглая. Потому как она будет подставляться под всех. Это понятно. Чуть-чуть такой олигофренистый парень. В него закинуть не, как видите. Чудик тусит на своей позиции. Я за что говорил. И дробину никто не светит. И здание никто не может это разрушить, понимаете? Мне бы сразу бы стало удобно кидать. Фош, стой назад, стой. Стой, что ты делаешь? Что ты делаешь? Зачем? Зачем это? Зачем это? 900 минуса. Зачем это? Просто объясни мне, зачем это было? Ну зачем? Ну зачем? Ну что вы делаете? Ну зачем? Привет, кот рыболов. Спасибо. Ну зачем вы вот это вот? Ну что это такое? Зато у них, смотри, проезжают вообще на спокойняках. Вот первый раз только получил шот какой-то. Надо смещаться, мне кажется, чуть-чуть сюда. Спасибо, Александр Ильин, спасибо за поддержку. Спасибо большое. Только что-то озвучка не озвучилась. Что-то подзатупил этот. Че себе, он здесь стоит и не светится? Это адекватно, нет? Ну хорошо. Давайте попробуем шотного добрать. Да, попробуем. Попробуем, конечно, если... Вы хоть гуслить можете, парни? Вот честно. Хотя бы гуслить. Я уже не говорю там за какие-то свершения дикие. Но хотя бы гуслить. Есть четвертый, я понял, ты светишь, да? Ну, сложно нам будет его. Смотри, что делает. Мелкий.
Ну, как-то мне такое ощущение, что вот порезали, ребят. Зачем из четвертой упал? Вот это такой еще момент. Ну, такое ощущение, что порезали немного. Потому что, смотрите, какие уроны вылетают. В Еписе единственный нормальный урон вышел. А это все по 200, 200, что-то там такое. восемьдесят, ребят, представляете? Это я с повышенных снарядов, если что, работаю. Если что, это с повышенных снарядов, если что. 180, 200, ребят. Представляете? Обидно маленько. Евген, качественной солярии и хороших боев. Спасибо, Евген. Ну, Хэвик приехал. И вперед, да, теперь? И вперед. Опять 200, ребят. А где 300, 400? Что это такое вообще? Что-то не понял я. Как-то. Как-то какие-то уроны непонятные вообще. Но они там в яме. Они нафиг никому не нужны, эти ямочники. Ямочникам вообще пофигу. Ну, это плохо. Что ты там такой прям... Думаешь, никто тебя не атакуэйшн, что ли? А ты поехал вперед? А чё, а ну, а посветить? Паренечка. Сейчас, ребятки, будем отстреливаться. О. А так. Отлично. Потому что что-то мы сыпаться начали. Сергей Холодов, фаворит, это сам откуда? Харьков. Денис, здоров, Серега, Лайкос прожал. Удачных пробитий. Спасибо, Денис, спасибо. Вот этого никто еще не, вообще не трогал, видите? Вот, тронули первый раз. На Е4, смотри. Вот так вот кину. Отлично. Но нас там жмут с той стороны. Как-то вот, мне кажется, поджимают чуть-чуть нас, не? Там и Минотавр, и вся вот эта остальная братья. Минотавр в трех деревьях не светится почему-то. Я бы вам готов помогать, если бы можно было. О, еще одну. Давай, откат. Откатывайся. Вперед поехал. Ну вот это уже куда ни шло, хоть 380. Ну и четвертый. На самом деле пробивать, конечно, нужно, заяц мой. Нужно пробивать. Единственный момент, почему наши никак не реагируют на вот эти вот выпады ихние. От ПТ-шек, я имею в виду, выпады. Видите, они несутся на скорости звука. 505, как припев песни, да? Имя любимое мое. Так, по-моему, начали немного подрабатывать с центра по ним. Вроде бы как. Минотавр чуть-чуть притормозился сразу. Пробиваешь его, нет? Отлично. Потому что я кину вот в этого. И дам ему прямое при этом. Ребятки, сейчас все прочту. Пока не так. Пока некак, скажем так. Пока там живут еще наши пармидоны. Блин, видите, я очень хорошо оттуда простреливал, но у нас украли позицию, ребят. У нас просто украли позицию, и мы вынуждены были вот сюда сместиться. К сожалению, блин. Очень прям к сожалению. Сергей, здрасте, фаворит. Еще раз привет, личных каток тебе, спасибо. Как там с челленджем утренний? Да, сделал. Ну давайте его рискнем, мать его, так. Все-таки чуть лучше прострел отсюда. Может, какой-нибудь подпал дадим мне? Да. Ну, хотя бы 345 и то пойдет. Так, там шотный, скорее всего, Минотавр, ребятки. Шотный. И такой момент. Мы вот этого 60 ТП, если ББшку зарядим, мы его добираем или нет?
Он дальше поехал. Да ё-моё, мышка, блин. Мы можем просто не прострелить, понимаете, прикол. Да? Да. Что и будет происходить. Рискуем. Забираемся на бугор. И рискуем. Других вариантов нету. Иначе наши его просто не осилят. Он задолбет там от бугра стоять. Хорош! И альфа 561 прошла, ребята. Просто жесть. Ай да фаворитик, ай да красавчик. Ай да чемпион галактики. Еще бабаха где-то, а у меня снарядов нету. Три снаряда, ребят, осталось. Как вы думаете, нужно делать какой-нибудь ребаланс? Или все нас устраивает? Ребята, конь. Ты должен на центр подъехать и светить вот этих пацанов. А еще есть гриль и бабаха, которые не светились. Представляете себе, это которых можно было бы пробивать, если бы у нас снарядов хватило. Но почему-то они думают, что 261-му 20 снарядов хватает. С какого пирога? Я бы уже блайндил бы, допустим. Я бы уже вот этот куст бы блайндил. Вот этот вот. Понимаете? Я уверен, что гриль там, скорее всего. Бабаха, понятное дело, где-то в этих долях. Ну, у нас или АФКшный суперконь, вот этот вот. Вот этот. Ну, наверное, АФКшный. Мне так кажется. Смотрите-ка, кто здесь. Летит назад, смотрите, на всех парах. Вот так. Есть прямой, ребят. И, скорее всего, пробил. И, скорее всего, пробил, потому что на вылет пошло вообще. Жестко пошло на вылет. Но мы при этом потеряли целую эту. Видите, вот я сейчас... Что, у меня два выстрела, ребят, осталось. Ну, вот и вся недолгая кривуля, да? Я бы сейчас блайндил бы и его, и кого угодно бы блайндил. Есть еще прямое. Последний снаряд остался, ребят. Эй, Сергей Холодов. Тогда Харькову привет из Сумы. О, Сумы, здравствуйте. Здравствуйте, ребятушки. Колдрейн, здорово. Максимум серый, чтобы гуслили, ты маркер ставь, забываешь. Тима, поэтому в чат забываешь. Ну, это я не думаю, что так это. Но... Ну и все, смотрите. Я по факту все отстрелял. Остался один снаряд, а мне нужно было бы еще много их. Вот видите, конь этот вообще за ЖД что-то делает. Зачем он здесь за ЖД катается? Вот как в случае засвета, как ты будешь стрелять? Хэвик АФКшный. Стоит здесь уже 5 минут. Смысл какой? Вот этого. Вот тебе еще и бат сейчас поработает. Ничья, ребят. Ничья. Ничья. 100-процентовая, причем 100-процентовая ничейка. Причем я говорю, еще ж гриль где-то стоит, еще и бабаха где-то. А у нас еще фуловая стэшка, которая боится тоже ехать, понимаете, вот это вот чудо. Едь, минута боя осталась. Ну едь, свети для всех. Что ты какой-то этот совсем? Мратик напоминает, что видео, где ты все отстрелял. Ну вот я сейчас тоже, считай, все отстрелял. Просто толк какой. Вот видите. У этого осталось шотный. Этого добить не могут, видите. Ну. Что делать? Могу в Минотавра 0 урона дать. Добили. Я просто берегу этот снаряд, допустим, под какого-то гриля там, ну и понятное дело. А толку никакого, да, получается, нету, что я его берегу там или что-то подобное. О, смотрите-ка, поехал. А, нет, он не пробитый, ребятки. Ну, вот так кину.
Недолет, недолет, ребята. Не долетел снаряд почему-то. Ну, ничья, понятно. Понятное дело, что ничья. Жалко, нет, я его не пробил, получается. Он что-то хпшек много было. Володь, ты что, выпил уже, что ли? Давайте на результат посмотрим, взглянем. Одним глазочком. 5400 урона, ребятки. Вот так вот. Ануша в бабаху залетела. 338. И 4 крита я ему дал. Вот это ужас. Наводчика, механика, наводчика. На, гусеницу, гусеницу. 5400 урона. И, к сожалению, ничья, потому что... Посмотрите на вот эту команду.